словно в речке вода. День прошел и назад, день прошел и назад, не придет никогда. Словно ветер в степи, словно в речке вода. День прошел и назад, день прошел и назад, не придет никогда, не придет никогда. Да-да-да.
Вот, это на реке, в этих красивейших местах, просто супер. Вот. Вот, первый заход по Харюсу, вот как-то так. Вот только вот Харюсов, а окунь на вертушечку отлично берет. Просто отлично. И вот такие красавцы есть. Ой-ой-ой. Вот такая вот. Ну вот, идем. Ловить Харюса, очередной переход. Сегодня вообще рыбалка удалась, просто отлично. Погода, все хорошо. Вот, рядом шумит речка. Идем в очередное место. Будем пробовать. Красота просто. Немножко половим. И можно домой по пути щучку попробовать. Что получится? Ну вот, половил на спиннинг. Неплохо поймал на спиннинг. Отлично. Вот сейчас решил попробовать на кораблик. На кораблик тоже ловится. Все ловится. Харюс берет и на муху. И день светло, но берет потихоньку. Вон там, если видно, уже один взял. Вот такие хрюза. Вот и сушкан посмотрел. Вот их не видно. Хороший хрюз. Опять же, это по второму.